В возрасте 64 лет скончался российский государственный деятель, дипломат Сергей Приходько. Он занимал должности заместителя главы правительства России и курировал вопросы международного сотрудничества Кабмина. Также с 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства. О смерти Приходько сообщили в пресс-службе правительства России. Там отметили, что в последнее время Сергей Эдуардович много болел. Причина смерти будет объявлена позже.